Паста – это просто. Давайте приготовим сегодня спагетти с белыми грибами и брокколи. Что нам для этого понадобится? Наверное, спагетти, белые грибы и брокколи. Спагетти уже есть, причем очень вкусные. Давайте искать грибочки. В лес за грибами не пойдем, ограничимся ближайшим супермаркетом. Осталось найти брокколи, ну и еще несколько приятных мелочей. Кстати, о мелочах. Сливки. Нам понадобится белое вино. В принципе, почти любое. Рядом с винной бутылочкой хорошо будет смотреться бутылочка масла. Главный сыр при приготовлении любой пасты – это, конечно же, пармезан. И вот теперь у нас готово все для того, чтобы готовить. Мы вновь на программе «Паста – это просто». И что приятно, вместе с нами Константин Арефьев, который расскажет, что же мы такое сегодня приготовим. Шеф-повар, рассказывайте. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, Кирилл. Сегодня мы будем готовить с вами спагетти с белыми грибами и брокколи. На самом деле блюдо очень простое и интересное. Для этого, конечно же, мы возьмем свежую брокколи, белые грибы, обязательно свежий базилик, пармезан, белое вино, оливковое масло и, конечно же, сливки. И самое-самое-самое главное – это паста. И нам в этот раз понадобится спагетти. Вода закипела, а это значит, что нужно ее посолить и добавить. Верно. Добавить спагетти, как вы это профессионально, Кирилл, делаете. Научите меня потом. Хорошо, пока наши спагетти варятся, Кирилл начнет обработку брокколи. Что он для этого возьмет? Мне кажется, я сделал уже главное. Дальше пусть делает шеф-повар. Вы думаете, да? Ну, тогда меняемся местами. Что мы сначала делаем? Мы обрабатываем брокколи. Удаляем. Достаточно просто, я бы на самом деле мог сделать это и сам. Да, на самом деле. Но я вам самое главное доверю – это смешивание и обжаривание. Поэтому мы с вами поменялись. Добавляем в нашу сковородку оливковое масло. Хорошо, замечательно. Гранди олива поможет нам приготовить. Ну что мы делаем? В первую очередь мы обжариваем белые грибы. Пожалуйста. Я подумал, что обжаривать будем именно брокколи. Нет, белые грибы, так как они у нас требуют больше тепловой обработки. Так, добавляем. Причем я видел, как ты неоднократно делал как-то вот. Да, можем еще раз поучиться. Нет, на самом деле страшно ничего нет. Раз, раз, и все, хорошо. Так, обжариваем. Так, и теперь брокколи. Добавляем белое вино. Я думаю, что надо было с него и начать. Да, в самом деле. В следующий раз сколько надо пить? Примерно 150 мл. Хватит. Хватит. Белое вино у нас с вами должно выпариться, так сказать. Крюк. Со мной согласен? Кстати, да, я вот почти не чувствую алкоголя, а тогда зачем мы в принципе добавляли вино? Белое вино? Белое вино добавляется для аромата. Пары алкоголя выпарится, остается только аромат. Поэтому, как только у нас выпарилось белое вино, Кирилл может добавлять сливки. Сливочки. А, и того у нас получается тот самый вкуснейший сливочный соус. Это коронное, ну если не блюдо, то заманивающий элемент многих ресторанов. Совершенно верно, Кирилл. Мне кажется, соус у нас получается немного жидковатым, так и должно быть? Да, совершенно верно. Соус у нас немножко жидковатый, и поэтому мы его немного затянем. Для этого мы возьмем сыр пармезан. Можно добавлять сыр пармезан, буквально грамм 50, Кирилл. Да. Заранее натертый сыр в нашем случае. Угу. Да, если у вас, конечно же, дома нет сыра пармезан, я открою секрет, как затянуть любой соус. Для этого дома у всех есть картофельный крахмал и вода. Немного разбавляете крахмал с водой и тонкой-тонкой струйкой вливаете в соус. Ну что, наши спагетти готовы. Что мы теперь делаем с вами? Ну, логично, слить его нужно. Ну, на самом деле, мы профессионально его добавим и помешиваем. Все, спагетти практически наши готовы, и теперь мы их доводим до вкуса. Для этого мы просто возьмем соль и перец. Так. Солим. Мы это делаем в конце обязательно. Для пасты мы возьмем глубокую тарелочку. Я вот чувствую, что эти щипцы нужны для того, чтобы выкладывать блюдо красиво, но шеф-повар явно сделает это лучше. Да. Хорошо, хорошо, я понимаю все, Кирилл. Что мы сейчас делаем? В середину мы выложим наши чудесные спагетти. Все обращаем внимание, что, оказывается, выкладывать можно не только ложкой через край, но вот так вот щипчиками аккуратно наматывая. Так. И обязательно, обязательно для контрастности нашего блюда мы выкладываем брокколи, сыр пармезан. Его который мы добавляли в соус и сейчас, не жалея, рассыпаем по блюду. Да. И обязательно веточка свежего базилика. Наше блюдо готово. Спагетти с белыми грибами и брокколи. Спагетти 50 граммов. Грибы белые. 50 граммов. Брокколи 50 граммов.
Сливки 33%, 75 мл. Вино белое, 50 мл. Масло оливковое, 30 мл. Соль, 3 грамма. Базилик свежий, 2 грамма. Сыр пармезан, 10 граммов. Спагетти отвариваем в подсоленной воде. Грибы обжариваем в оливковом масле. Добавляем белое вино и брокколи. Тушим 3-4 минуты со сливками. Добавляем тертый пармезан. Оформляем свежим базиликом и тертым пармезаном. Приятного аппетита! Костя, хватит тянуть, уже все красиво, уже все вкусно. Спагетти макфа с белыми грибами и брокколи, все правильно? Совершенно верно. И в сливочном соусе. Сыром пармезаном. Сыром пармезаном. Хватит болтать. Где твои вилки? Где твои вилки? Прямо сейчас все. Мы прикоснемся к Италии. Заворачиваем. Не заворачиваем, а замолкаем, потому что сейчас главный звук – это чавканье. Мы делаем это одновременно, да? Да, приятного аппетита. Приятного аппетита. Заходите в гости, подписывайтесь, а мы будем угощаться.